Всем привет, уважаемые зрители! Это мое первое видео по открытию кейсов. Не будем медлить, в общем, начинаем. Первый ключик полетел у нас. Даже не посмотрел, что за этот. Так, что за кейс? Ну, в принципе, неплохое начало. Хоть что-то фиолетовое, не синее. Так, открываем мы ключ. А кейс Феникс, точнее. Второй ключ, поехали. Будем надеяться, что нам что-то неплохое попадает. Второй раз один! Второй ключ АВП Азиму. Да ладно, ну ни хрена себе. Слушайте, это мой походу лучшее. Так, давайте в разнобой попробуем. В принципе, неплохо. Уже отыграл и даже больше получил. Да ладно, да ладно. Что-то все только фиолетовый падает. Неожиданно, неожиданно. Я думал, опять какая-то херня. Я вот реально как не открывал кейс, так какая-то херня постоянно падала. Очень редко что-то более-менее падало. Синее. Ну, в принципе, я уже доволен. Со второго сразу же Азимов выпадает. Азимов это, в принципе, вещь неплохая. Не помню, сколько она стоит. Так, USP. Ну, синее что-то пошло. А тут что-то ни хрена. Так, сколько у нас еще ключей? 3-4 ключа у нас осталось. Открываем, значит, темный кейс. Темный кейс открываем. Ну, опа, фиолетовый СГ. Красава, пацаны. Сегодня вообще походу отличный день у нас для открытия кейсов. Или сегодня походу у Гейба хорошее настроение, что он так раздает. Так, ну, синева. В общем, я уже доволен на самом деле. Это реально мое первое видео, вот я записываю, как открываю кейсы. Так, что у нас? Осталось два ключа у нас. Ну, насчет ножа я вообще хрен знает. Возможно ли такое, чтобы он мне выпал хоть раз. Или нет. Опять синий херня падает. Так, один ключ у нас остался, да? Открываем. Может быть, еще, наверное, на один хватит. Темка пролетает, темка пролетает. Ай, самая херня выпала. Пацаны, темка пролетела. Да ладно. Так, давайте-ка мы еще темный кейс, наверное, откроем, да? Хватит? Не хватит. Ладно, пацаны, я еще покупаю ключи и продолжу снимать. Всем спасибо за внимание. Итак, друзья, я опять накупил ключи и продолжаю снимать видео своего первого open кейса. Так, у нас всего 4 ключа добавилось, но будем надеяться, что что-нибудь нам попадется хоть более-менее нормальное. Естественно, не нож, конечно, но все-таки надеемся. Синяя херня опять падает. Ну, в принципе, я уже сегодня свои кейсы все откупил. Буквально, да, со второго ключа все кейсы я купил свои. Даже чуть-чуть ушел в плюс. Открываем следующий ключ. Ой, кейс. Ну. Синяя херня опять падает. Ну, в принципе, тут... Особо-то нормального ничего и не падает. Открываем наш третий кейс. Ну, тут самое дорогое, может, Сайрекс. О, можно, типа, выбрать предмет, да. Так, что-то я не понял, что я сделал, конечно. Я, типа, сразу же два открыл, да. Синяя херня опять нам падает. И последний ключ открываем. В принципе, вот тут вот, да, неплохие есть вещи. Ну, короче, опять синяя херня нам падает. Ничего нормального. Ну, в принципе, я сегодня откупил, так что я не особо расстроен. Всем спасибо, ребят, за внимание. Ждите новые видео open кейсов и другие видео интересные. И геймплей смотрите. Там как бы скилл у меня вроде бы неплохой. Есть очень интересные катки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, можно будет сыграть вместе. Пока.